Более 6 тысяч приморцев уже проголосовали за благоустройство территорий. Голосование продлится до 31 мая на платформе zagorodsreda.ru. Объекты, которые наберут больше всего голосов, благоустроят в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как рассказали в Министерстве ЖКХ Приморья, жители региона активно включились в выбор объектов благоустройства. Буквально в первые часы старта голосования в субботу 15 апреля уже проголосовало несколько сотен человек. И сейчас число людей, принявших участие в отборе территорий, постоянно растет, уточнили в ведомстве. В этом году жители Владивостока будут выбирать объекты благоустройства на 2024 год из 10 мест отдыха, расположенных в разных районах города.